Режиссера кинокартины «Непослушник» Владимир Кот. Здравствуйте. Очень приятно и неожиданно, что так много народу, потому что фильм был в прокате, в довольно широком. И когда вот Артем позвонил, я говорю, а кто придет, мне кажется, все уже видели. Выяснилось, что не все. И мне кажется, что сейчас такое кино почему-то становится более необходимым. Оно как бы для меня, вот этот фильм, это признак нормальности. В наше тяжелое время это необходимо. Приятного просмотра. До встречи после сеанса. Всем привет.